Привет, я Влад Радченко, разработчик программного обеспечения. Специализируюсь на создании решений в области нейронных сетей и веб-сервисов. В общем, это демо-видео о новом приложении, как open source. У него есть упоминания в сети, есть видео о приложении, и есть звезды на GitHub и несколько тысяч пользователей. Сегодня я вам о нем расскажу. Приложение имеет несколько возможностей. И чтобы не повторяться, говорю, что весь функционал будет работать и как на видео, и так на фото. А что может приложение? Первое. Замена нескольких лиц по фото. Второе. Анимация губ под видео. Третье. Улучшение качества лица и всего окружения. Четвертое. Удаление движимых объектов и текста. Пятое. Удаление фона для движимых объектов. Шестое. Изменение стиля видео или движимых объектов текстовым запросом по описанию желаемой сцены. И седьмое. Отделение вокала от музыки. Само приложение доступно и в мобильной верстке, и в десктопной. То есть каждая страница приложения, она будет и в мобильной, и в десктопной верстке. Приложение называется Wuni. И что оно может? Оно помогает пользователям автоматизировать процессы создания контента, сэкономить время и средства и уменьшить порог входа для создания сложных вещей одним кликом. И все это делается при помощи нейронных сетей. Приложение свыше 40 нейронных сетей используется. Несколько примеров того, как Wuni используется. Пользователь может быть полезен. Инструменты для редактирования видео. Некоторые пользователи используют Wuni для того, чтобы удалять текст с роликов для сторисов. Некоторые люди используют приложение для того, чтобы заменять лица в своем медиа-контенте. Либо анимировать губы, допустим, в обучающий ролик. Человеку нужно дозаписать какой-то момент, он дозаписывает. И чтобы заново не снимать, он берет какой-то отрывок уже имеющегося видео, и просто накладывает новые аудио под губы. Также удаление объектов, да, помимо текстов и объекты можно удалять. Для удаления фона это мы удаляем какой-то движимый объект, допустим, машина едет, да, на видео. Мы удаляем весь фон, у нас в зеленом либо любом выбранном фоне в машина как ей, да, ее можно накладывать уже на любое видео. Рестайлинг видео это как раз генерация видео при помощи нейронных сетей, точнее изменение видео. Пользователь вводит промпт, и видео будет меняться. По сути, аналог генерации либо изменения изображений, только более продвинутый. О нем я расскажу подробнее. Это все может помочь автоматизировать процесс обработки контента с использованием нейронных сетей, что позволяет значительно сократить время на производство и улучшить качество результатов. В чем еще особенность, преимущество вот этой версии? Здесь выполняется несколько процессов одновременно. Да? То есть в open source там работает только один процесс, это настольная программа. Вот здесь это уже нормальный сервис, который одновременно тянет много задач и много пользователей. Выставляются лимиты, какое разрешение пользователю разрешается использовать, длительность его контента, либо размер, чтобы это все регулировать и контролировать. Еще есть возможность использовать API. То есть любой модуль доступен по API. Его можно распространять как API-шку. То есть его пользователь делает запрос, к примеру, на видео с изменением замены лица, и это все может одновременно происходить в несколько лиц по различным таймингам. Пройдемся по модулям. Первый модуль — замена лиц. Замена лиц в приложении. Да, здесь есть фильтрация по дням, по годам, фильтрация по контенту. В этом модуле пользователь может заменять лица в своем контенте. Для этого он загружает контент в приложение, делается таким образом, к примеру, тестовой. Контент.
возьмем видео для примера. Для того, что нужно делать пользователю, здесь есть объяснение. Включаем видео, на котором мы должны заменить в наше лицо. Пользователь выбирает лицо, потому что лиц может быть несколько в кадре. Он выбирает необходимый тайминг для замены. Может и здесь контролировать. И вот этими слайдиками. В общем, лицо у нас выбрано, и мы можем его заменять. Далее мы включаем установить аватара. Заранее хочу добавить, что при замене лица, вот мы выбрали здесь лицо, какое будем заменять, в API мы можем выбирать несколько лиц одновременно, в нескольких таймингах, и эти тайминги могут пересекаться. Сам фронтенд сделал, чтобы максимально упростить процесс и не усложнять его вот такими несколькими процессами. В приложении самом идея в том, чтобы пользователь как можно больше оставался на сервисе и взаимодействовал. Если ему нужно заменить несколько лиц, тогда он должен эту операцию несколько раз проделать. В API же совсем другая история. В API работает так. Один раз сделать, и все сделается само. Только будет делаться, естественно, дольше, потому что там обработка нескольких лиц. Устанавливаем аватар. Аватар — это лицо, с которым будем заменять. Мы можем загрузить лицо и также выбрать его. Загружаем фотографию. Либо можем генерировать человека. Генерируются несуществующие люди. Можем выбрать пол человека, возраст и этническую принадлежность. Допустим, Индия. Генерируем. И вот у нас получается девушка. Выбираем. Далее пользователь может выбрать по стандарту название. Показывается, до скольки будет изменение размера приложения. Здесь он может поредактировать параметр. Настраиваем параметр, который зависит от качества видео, коэффициент заменяемости лица. И даже он может выбрать заменить все лица, либо что есть близнецы в кадре. Близнецы — два одинаковых лица в одном кадре, допустим, на одном фотографии. Их нужно все заменить, а не первый попавшийся. И нажимает «Запуск». У нас запускается процесс. Вот он. В процессе можно, скопировать лог, посмотреть, что происходит. А для самого контента, когда он будет готов, можно будет копировать ссылку на него, на контент. Смотреть в метаданные, изменять название. Проделаем это. Тест. Название тест. Из интересного можно контент повторно отправить на edit. Вот он, отправился сюда. Вернем, чтобы больше было. Далее suggest, рекомендации. То есть рекомендуется, что именно пользователь может еще делать на платформе для того, чтобы пользователя удерживать на платформе. Допустим, он может далее в этот контент использовать для анимации губ и для улучшения лица, либо всего качества контента. Обратите внимание на функцию анализ. Вот мы, к примеру, взяли вот это видео. Оно уже обработано. То есть у него это deepfake. Здесь лицо заменялось. То есть заменять лицо можно и на рисованном контенте тоже. Мы нажимаем анализ. И здесь предлагается ваш контент любой проанализировать. Если вы сомневаетесь в нем и считаете, что в нем заменялось лицо, можете просканировать и получить знание об этом. Заменялось ли там лицо ранее или нет. Также и будет с анимацией губ. Там же можно посмотреть, происходила ли анимация губ или не происходила. Дождемся его окончания. Написано, да, контент не является дипфейком, и не просто дипфейком, а создан в приложении Vue. Проходим дальше. Пока у нас генерируется контент, потом его посмотрим. А все, он сгенерировался. Вот человек, которого мы выбирали, можем выбрать, посмотреть. И вот промежуток лица, который мы выбирали.
То есть мы уже выбирали промежуток, с какого будет заниматься. Не что с начала и с конца, а мы выбрали конкретный промежуток. Мы можем также с конца и начала выбрать. Переходим в следующий модуль. Анимация губ. Анимация губ. У нас тут тоже есть контент. Работает на фото и на видео. Посмотрим. Также можем все то же самое делать. Можем и удалять. Можем и скачивать. У нас скачивается все. Пометки есть различные. И фильтрация. Фильтрация. Сервис позволяет анимировать губы под аудио. Вы выбираете нужный вам контент. К примеру, можно использовать и видео, и аудио. Здесь есть ли какое-нибудь интересное? Здесь загрузим. Загрузили этого же человека. Выбираем также лицо. Можно выбрать разный тайминг. А можем выбрать, к примеру, вот такой тайминг. Что это означает? Это означает, что вот этот промежуток видео от 0 до 4 секунд не будет меняться, да? А вот этот промежуток видео уже будет меняться. Если аудио наше больше, чем промежуток видео, тогда у нас происходит реверс кадров. И у нас происходит гладкое переключение в контента в обратном порядке, для того, чтобы это сделать луп, и это выглядело привлекательно. Выбрали лицо, закрыли. Дальше. Здесь из параметров какой есть? Наложение аудио. Можем предыдущий голос. Да, там голос. Наложить. Для чего это нужно? Для того, чтобы можно было создавать анимацию губ с несколькими людьми. То есть у одного человека анимированы губы, у другого. Здесь используется при анимации губ, как и при замене лица, идентификация лиц. Это означает, что когда человек выбрал лицо в кадре, если оно пропадает из кадра, либо появляется другой, в нейронные сети запоминают, какой именно человек нужен, у какого заменять лицо. К примеру, FaceSwap. Здесь был пример ранее, как это работает. Берем, допустим, человека. Проще скачать будет, чтобы это все долго не смотреть. Вот у нас лицо заменилось, а у девушки лицо не заменилось дальше, потому что это разные люди. Возвращаемся к анимации губ. Загружаем наше аудио. Аудио может быть загружено, либо записано. К примеру, было хорошее аудио. Мы можем выбрать тайминг аудио, прослушать его. Различный тайминг, допустим, выберем 30 секунд. Прикрепляем. Также можем проанализировать контент, является ли контент дипфейком именно по анимации губ. И запускаем. У нас также загружается процесс. Можем его их загрузить несколько. Да, то есть нам не мешает несколько процессов загружать. И переходим дальше. Дальше у нас улучшение лица. Вот у нас есть идентификация, что busy, что какая-то идет обработка. Можем нажать на него, посмотреть статус. Улучшение лица. Здесь тоже оно проходило, улучшение лица. Работает на видео и фото. Мы также берем, к примеру, можем вот так сделать. Взять какой-нибудь контент, созданный ранее, допустим, вот этого человека. Suggest. Нам советуют. Первое, сепаратор. Если видно, что есть странное движение губ, то, возможно, нужно удалить шум из аудио. И для этого есть вот такой-то модуль. Перейдите сюда. Либо улучшение лица. Если вы хотите улучшить лицо, допустим, если не видно зубы, можете перейти в этот модуль. Переходим в этот модуль и выбираем, к примеру, улучшение конкретного лица. Либо реального видео, видео целиком улучшить, либо аниме-видео. И можем назвать тест. И запускаем.
Как это будет готово, мы увидим результат. Переходим в следующий модуль. Следующий модуль — удаление движимых объектов из видео. Посмотрим, что у нас было ранее. Да, удаление текста и объектов. Что мы можем сделать? Мы можем выбрать видео, из которого мы хотим что-то удалить. Вот я сделал видео, которое содержит текст. Вернемся к нашему удалению текста. В удалении объектов и текста. Что здесь можно? Здесь можно удалять движимый объект. Выбираем Select Object. Наш кадр отправляется в нейронную сеть, которая автоматически получает различные контура в объектов. То есть человеку не нужно выделять конкретный объект. Он нажимает на него правой либо левой кнопкой мыши. Контент выбирается. И дальше он автоматически прослеживается на всем промежутке видео. Когда контент пропадает из кадра, значит, он перестает отслеживаться. Вот, к примеру, можем выбрать отдельно майку, либо всего человека, либо лицо выбрать, как это я сделал. А у нас здесь доступно 3 кисти. На самом деле можно как любое количество этих кистей делать. Посмотрим, что будет, если мы удалим вот этот объект и в лицо человека. Здесь мы можем убирать также тайминг, с какого выбирать, удалять. Вот, допустим, на всем промежутке, либо только часть. Выберем только часть. Первые 2 секунды. Закрываем. Все. Наш Select Object готов. Из параметров мы можем здесь использовать улучшенную модель, либо обычную. Что делает улучшенная модель? Есть у нас движимый объект, как машина. Допустим, машина едет по шоссе. Машина уезжает с шоссе. Нейронная сеть предсказывает, какие были кадры до того, как машина, точнее, она видит, основывается на кадре, на которых были того, как машина появилась, и на основе этих кадров придумывает, что должно быть на месте машины. А обычная модель, она просто придумывает, не основываясь на предыдущих кадрах. Здесь у нас нет никаких предыдущих кадров, поэтому мы не будем использовать обычную модель. Также улучшенная модель позволяет одинаково придумывать то, что должно быть на месте удаленного объекта. И сразу же покажем, запустим, как бы мы же можем одновременно несколько запустить. Запустим с обычной моделью. Запускаем и Select Text. Выберем текст, какой нужно удалить. С текстом мы можем выбрать промежуток. Вот мы выбираем промежуток, при этом вот у нас есть здесь текст, и мы не хотим его удалить, мы хотим только удалить текст. Мы выбираем его. Если текст движимый, то все будет удаляться только в выбранном нашем окошке. Также выбираем тайминг, допустим, первые 2 секунды, 4 секунды. Выберем, к примеру, тайминг с 4, с 2, даже с 1 до 4 секунд. Такой интересный тайминг. И удалим текст. Тоже обычная модель, потому что у нас там объект не двигается, и мы не знаем, что должно быть на месте того кадра. Удалить текст выбираем и запускаем. Вот мы запустили этот процесс. Смотрим, что у нас с синхронизацией губ. Вот наше видео. Можем послушать. Вот. Мы выбирали оверлей. У нас одно аудио наложилось на другое. И при этом именно в нужный тайминг у нас анимировались губы. И даже видно зубы, что дипфейк губ такого хорошего качества получился. При этом, если у нас не устраивает deepfake губ, мы можем также, во-первых, еще раз попробовать его изменить, либо второй отправить в модуль улучшения лица, что вот мы можем сделать. Также выбрать улучшить лицо. Далее мы переходим в удаление фона для движимых объектов. Вы можете выбрать также несколько объектов. Загружаем, допустим, наш контент. У нас есть контент с рыбками. Можем посмотреть, что здесь было сделано ранее. Вот. Мы убирали фон. Убирали конкретную рыбку. Вот здесь также с рыбками. Девушку вырезали. Могли также микрофон выбрать, но мы не выбирали микрофон. Котика. Что мы делаем?
загружаем наш контент и выбираем в этот конкретный контент. Получается маска объектов. Мы также можем для конкретного объекта выбрать, с какого тайминга по какой нам нужно получить объекты без фона. Из видео либо фото. Все, у нас загрузилось. И мы также можем выбрать, например, одну рыбку, вторую рыбку. Либо можем все что угодно выбрать на промежутке видео. Вот. Работали только здесь с видео, но и работает и с фото. Далее пользователь выбирает, может выбрать название кастомное задать. Вот написано будет, какой размер. То есть размер сейчас у видео такой, который загружали, значит полученный размер будет такой же. Параметры. Если это изображение, то у нас после удаления фона фон новый может быть прозрачным для фото. Если это видео, тогда этот фон станет белым, как вот здесь. Также может быть зеленый для хромакея, синий, какой угодно. Тут именно видео для хромакея. Выбираем фон зеленый и отправляем на генерацию. Также дождаться и посмотрим, что получится. Получится примерно то же самое, потому что здесь уже это происходило. Наш процесс закончен, возможно, в удаление объекта закончилось тоже. Посмотрим, что у нас получилось. И вот мы получили два результата. В первом мы удалили текст, во втором мы удалили объекты. Можем посмотреть, что в первом мы удалили текст, насколько помню, с 1 до 4 секунд. Посмотрим, что получилось. И вот наш текст удалился в нужном нам тайминге. А вот этот текст выше, он не тронулся, потому что мы удаляли текст по области в промежутке времени с 1 до 4 секунд. Далее удаление объектов. Мы убирали два объекта. Вот видно, вместо вот этой части объекта у нас нейронная сеть дорисовала окно. И удаляли первые 2 секунды только. Посмотрим, что получилось. Вот первые 2 секунды у нас отсутствовала голова и вот эта картина возле окна. А после нейронная сеть уже не трогала удаление объекта, потому что мы убирали только первые 2 секунды. Вот, вот у нас весь ролик. Вот можно на тайминг посмотреть вот здесь. И первые 2 секунды удаление происходило. Проходим в удаление бэкграунда. Из интересного, что здесь можно отметить, что не было сказано ранее. Когда мы убираем наш выбор объектов, немного подождем. Да, выбрали объект 1, объект 2. Здесь подредактировали, допустим, начало, а конец. Если мы начало подредактируем, нам придется заново выбирать объекты, потому что там уже будет новый кадр. Возвращаем, и вот наши объекты, они как бы отображаются. Мы просто переключаем с режима просмотра, да, режима кисти. И можем все очистить. Возвращаемся к удалению фона. Оно у нас тоже получилось. Вот наши рыбки. Первая рыбка с зеленым нами выбранным фоном. И вторая рыбка. Мы удаляли на всем тайминге, но также могли выбрать промежуток. Далее мы переходим в рестайлинг видео. Рестайлинг видео, что он делает? Он позволяет изменять видео при помощи текстовых подсказок. Не только видео, но и изображение. Как это работает? Выбираем контент. Допустим, вот с котиками. Получаем маски объектов, чтобы мы могли выбрать конкретный объект, либо несколько объектов, с которыми будем работать. Немного ждем. Выбираем нашего котика и закрываем. Будем менять только котика. Что здесь из интересного есть? Интервал генерации.
С какой частотой генерировать? Можем быть побольше. Вот мы ранее уже работали с котиком, мы его превращали в собачку. Вот у нас контент с собачкой. Ну, может быть, все что угодно. Далее мы можем выбрать либо в конкретный объект изменить конкретные объекты, либо изменить все изображение. Как у нас делать, например, вот с этими кадрами. Мы все меняли. Вот здесь видно, что мы можем работать и с фото. Фото изначально было маленькое, 256 на 256. Но здесь уже контент побольше. Здесь можем выбрать название, посмотреть, в какой до скольки будет ресайз. Потому что у нас размер изображения, размер создаваемого контента, он меняется от количества видеопамяти. У меня память видеопамяти всего лишь 8 гигабайтов. У меня максимальный размер 512. Но если у нас 16 гигабайт видеопамяти, то у нас уже будет HD-размер. Далее мы можем выбрать модель. На самом деле модель, здесь достаточно указать только путь. То есть URL до модели, модель автоматически скачается, у нас вот в URL, да, вот у нас даже здесь отображается URL к модели в интернете, можем локально ее скачать, изображение тоже из интернета подтягивается, можем здесь любую модель поставить из Stable Diffusion 1.5, либо обученный нами. Выбираем, к примеру, Cinematic, либо Animation, это две начальные модели. И меняем конкретный объектик. Ну или можем все изменить. Давайте конкретный объект. Да. А давайте выберем два объекта, чтобы посмотреть, как это выглядит. Изменение с несколькими объектами. Мы выбирали котика и выберем рыбку. Закрываем. Выбрали. Давайте Cinematic, реалистичную модель на этот раз возьмем. И смотрим, что у нас есть. У нас есть позитивный промпт. Он может рекомендоваться. Да, то есть, если человек не знает, что написать. Либо мы можем написать самостоятельно. Jellyfish. Ну, это рыба, она и так рыба. А, допустим, у нас будет кто? Butterfly, как он пишется. Flower. Flower swimming. Допустим, цветок плавает в океане. Дальше мы можем выбрать, насколько сильно менять наш контент. От 0.1 до 1. Вообще заменить его полностью, либо наложить поменьше, допустим, 0.5 возьмем, да, посмотрим, что будет с 0.5. Насколько сильно соответствует тому, что мы описали. Негативный промпт для улучшения качества. Если пользователь не выставит негативный промпт, он выставится автоматически. Attaching continue, либо вот таким образом. Далее у нас котик. Мы меняли котика. Из котика мы можем сделать свинку. Эпик. Фото. Фото. Of. Пик. Можем различные запросы делать. HD quality там, допустим. Угу. Здесь побольше выставим. 0.8. Тоже угли bad terrible, можем точно знать, что не код. Terrible. Запускаем, и у нас запустилось. Теперь остается дождаться генерации. Пока у нас происходит генерация, посмотрим, что у нас есть еще. У нас есть окно настроек. Что у нас здесь есть? Для этого уже настольного приложения можем процессор выбрать здесь. Мы можем
отключить использование интернета. Интересная такая фича. Мы можем переводить наше настольное приложение в серверное. То есть пользователь, допустим, хочет использовать настольное приложение, он переводит его в серверное и может по временной ссылке заходить с телефона, с любого устройства из интернета. То есть это интересно. Он создает свой собственный сервис автоматически. И здесь мои системные требования у моего компьютера. Они слабенькие, у меня ноутбук. Здесь также можно посмотреть модели, которые скачаны, либо модели, которых не хватает. Далее посмотрим здесь. Да, здесь можно на YouTube-канал посмотреть туториалсы, новости почитать в блоге, заявить о баге, ну, помочь автору, политика использования. Далее мы вернемся к нашей главной странице. Потому что у нас есть еще менеджер, файловый менеджер у пользователя. Включаем, и вот, у нас все, что создается пользователем. То есть пользователь может вот здесь находить контент, либо в файловом менеджере. Допустим, аватаров может выбрать, посмотреть картинку, переименовать ее, удалить, поделиться ссылкой с другом. Посмотреть, когда создан контент. Скачать его повторно. Ну да, здесь можно смотреть, что есть у нас. Проигрывать можем со звуком, без звука. Все это мы можем здесь сделать. Можем удалять и открывать. Это все будет, конечно, работать и с мобильного устройства. То есть перезагрузим, чтобы с мобильного работал. И вот он работает с мобильного. Open. И вот у нас с текстом. Этот текст, удалили его, что мы делали сегодня ранее. Также скачать, ссылкой поделиться. Удалим. Вот мы удалили, папочка пропала. С модулем вот можем посмотреть все, что создавалось. Профильтровать вчера, сегодня, хоть на год назад. Все просматривать можем. Просматривать, прослушивать. Вот. Мы потому что удалили сегодня уже. Remove background наш. Предыдущие. И вернемся к нашему рестайлингу. Посмотрим, что там происходит. Можем посмотреть в мобильной верстке. А можем вернуть десктопную. И посмотреть. Вот у нас свинка меняется. Меняется свинка. Далее у нас есть сепаратор. Позволяет разделять аудио. Были ранее примеры. Можем взять там просто речь. Мы должны взять именно аудио. Аудио. Вот аудио. Да, можем выбрать название. Можем выбрать что именно. Можем обрезать silence. Тишину в начале, в конце. Получить вокал или аккомпанемент. Получим вокал. Получаем вокал. И давайте только на today. Посмотрим, что сегодня остается. И ждем, пока у нас создастся контент наш. Что здесь можно еще показать из интересного? Также можно слушать. В различном тайминге выбирать. Это работает и в мобильной верстке тоже. Можем удалять, можем переименовывать, либо делиться ссылкой, либо скачивать заново.
Также можем использовать модуль для того, чтобы отделить шум улиц от обычной речи человека. Использовать уже речь, далее в анимации губ. Скачивается модель. При первом запуске у нас все модели скачиваются автоматически. Сейчас у нас модель скачивается. Также, если модель обновилась. Вот у нас модель обновилась, у нас новая версия модели скачивается. У нас скачалась новая версия модели. И в... Далее у нас уже разделился звук. Я позвонила, не открыла, не звала. Да. Также мы можем, к примеру, получить только аудио. Сейчас у нас будет намного быстрее получение, так как у нас модель второй раз не будет скачиваться. И вот, мы получили нашу музыку без слов. Получили музыку без слов. Я еще добавлю то, что будут доступны опции, которых вы можете, к примеру, для уже каждого модуля выбирать, обновлять ли там модели или не обновлять. Допустим, вы скачали автоматические модели, либо ручным способом скачали. Выбрали этот модуль, что вот конкретно опция здесь, больше не обновлять. И все. Он не будет больше запрашивать эти модели на обновление, либо вообще делать какие-то запросы в интернет. Будет только автономно работать. Идея в том, что вот это настольное приложение автоматически бы создавало временную ссылку с вашего компьютера, если вы переключили на режим сервера. И в этом случае... вы смогли бы заходить на ваше приложение с любого мобильного устройства, планшета, либо с другого компьютера, либо дать друзьям зайти, да. Но это будет работать на вашем компьютере, и вам не надо в этом разбираться. Просто нажали на кнопочку, это начало работать, и это прикольно. И таким образом вы можете выставлять лимиты, да, допустим, чтобы каждый друг мог не весь компьютер занять, а, допустим, только 2 минуты контента сделать и одновременно 2 контента делать, да, чтобы одновременно 10 задач выполняется, но на одного пользователя только 2. То есть это уже прям как сервис. В размер, да, загружаемый контент, чтобы ваш друг не загрузил 1 гигабайт, 2 гигабайта, а загрузил, допустим, 100-200 мегабайт, да, контролировать это. То есть там уже есть возможность контролировать многие процессы. На этом все. Спасибо за просмотр. Ждите, дожидайтесь, скоро выйдет новая версия, ее можно будет попробовать, пощупать. Сейчас еще только период тестирования, но совсем скоро она появится. У меня все, спасибо, следите за новостями в Vladblog и на YouTube.